Привет! С вами интернет-магазин Керамис. Наш сегодняшний обзор посвящен унитазу Villeroy Boch серии O Novo с артикулом 5660H101. Это подвесная модель, изготовленная из санитарного фарфора. В комплект поставки входит чаша подвесного унитаза, а также сиденье из дюрапласта с системой Soft Close и комплектом креплений. Что касается габаритов унитаза, то длина чаши составляет 56 см, ширина 36 см, глубина 40 см. Высота над полом может корректироваться в зависимости от ваших предпочтений. Вес чаши составляет 18 кг. Унитаз предназначен для установки на инсталляционную систему и совместим с любыми современными монтажными комплектами. Такая инсталляционная система, а также смывная клавиша приобретаются отдельно. В модели O Novo предусмотрен горизонтальный выпуск, что традиционно для подвесных моделей унитазов. Диаметр слива 102 мм. Гарантия на изделие 10 лет. Сиденье унитаза системы Quick Release снабжено металлическими креплениями и устанавливается в считанные минуты. Санитарный фарфор, из которого изготовлена чаша, покрыт глазурью по специальной технологии Керамик Плюс. Благодаря закрытым и сглаженным порам к ней практически не пристают частицы пыли и грязи. Также на поверхности чаши не задерживается влага. Такое покрытие обеспечивает максимальную гигиеничность сантехники. Крышка с микролифтом опускается плавно и бесшумно, не доставляя неудобств при использовании. Данная модель унитаза O Novo специально разработана для ценителей комфорта и высокого качества от Villeroy & Boch.